Разъяренная толпа пыталась прорваться в здание парламента Венгрии. Демонстранты бросали в стражи порядка дымовые шашки, ломали ограждения. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Будапешт уже вторые сутки во власти многотысячных протестов. Люди выступают против трудовой реформы, которую уже окрестили рабским законом. Документ принимали под крики и свист митингующих. Согласно новым правилам, рабочая неделя становится шестидневной, а допустимое число сверхурочных часов возрастает почти в два раза – до 400 в год. Сейчас на улицах Будапешта по-прежнему дежурят усиленные наряды полиции.